Наше здоровье во многом зависит от наших энергетических ресурсов, другими словами, от того, сколько энергии создается в организме. Эта энергия необходима и для функционирования организма, и на преодоление различных физических нагрузок. Внутри нас словно аккумулятор. Когда он заряжен, организм работает хорошо, но мы также потребляем энергию, что заставляет батарею разряжаться. Как мы заряжаем энергетические ресурсы организма? Хорошо известно, что энергия вырабатывается клетками организма благодаря тому, что мы едим, воздуху, которым мы дышим, а также жидкостям организма, такими как кровь и лимфа. Другими словами, биохимия всего организма участвует в процессе создания энергии. Мы также получаем энергию непосредственно из Вселенной, из космоса, которая снабжает наши клетки жизненной силой, и она течет по энергетическим меридианам нашего тела. Поток энергии также зависит и от нашего психоэмоционального состояния и наших мыслей. Но мы также потребляем энергию. Вот факторы, при которых энергия расходуется больше всего. Изменение погоды, яды и химикаты в нашей еде, стресс, физические нагрузки, загрязнение окружающей среды. Проблемы со здоровьем возникают, когда потребление энергии превышает ее накопление в течение длительного периода. Энергия создается, энергия потребляется. Важно обнаружить дисбаланс, чтобы помочь организму избавиться от проблем со здоровьем. Чтобы улучшить здоровье, энергетический поток вдоль меридианов должен быть восстановлен. И поскольку меридианы связаны с нашими внутренними органами, гипофизом, гипоталамусом, системой саморегуляции и эндокринной системой, мы можем улучшить поток энергии, влияя таким образом на весь организм. Сегодня у нас есть возможность использовать Manicore MR – квантофизический инструмент, который за несколько минут сканирования может просчитать поток энергии в нашем организме. Этот инструмент видит, какие точки и меридианы заблокированы и где образовались застои. При коррекции потоков Manicore MR может одновременно восстанавливать эти точки. Manicore MR напоминает процесс иглоукалывания, но без иголок. С помощью прибора появилась прекрасная возможность обнаружить недостаток энергии где-либо и компенсировать его. Также важно то, что Manicore MR обнаруживает дисбаланс между созданием и потреблением энергии. Manicore MR осуществляет контроль состояния органов, систем и энергетических меридианов, а также корректирует их. Это стало возможным благодаря тому, что каждый орган, часть тела, каждая акупунктурная точка имеет свои вибрации, которые отражают биохимические параметры в этих структурах. Любое отклонение нормальных функций отражается отклонением частот, которые может считывать Manicore MR. Во время коррекции аппарат, благодаря эффекту резонанса, восстанавливает частоты, которые в свою очередь восстанавливают физиологические функции органов и систем. В программе Manicore MR имеется база данных частот 170 паразитов и бактерий. С помощью Manicore MR мы можем обнаружить в организме частоты, испускаемые паразитами и бактериями, и идентичными частотами уничтожить их. Можно отключить функции коррекции самого аппарата и использовать Manicore MR для анализа состояния пациента, что помогает увидеть, что произошло с организмом в реальном времени, как организм реагирует на другие виды терапии. Другими словами, Manicore MR может оценить любые методы лечения, проведенного ранее. Manicore MR может переносить частоты коррекции на воду, магнитную ленту, эфирные масла, кремы и мази. Manicore MR может проанализировать, какие пищевые добавки и другие препараты подходят для конкретного человека. Можно увидеть, как органы и системы организма реагируют на эти препараты.